Всем привет! Хочу рассказать о замечательном препарате. Называется он Цианофор. Его два основных компонента – это бутафосфан и витамин В12. Значит, применяют этот препарат для профилактики и лечения в комплексе терапевтических мероприятий для животных и птиц при необходимости для нормализации обмена веществ, повышения общей резистентности, производительности, ускорения роста и развития. Так выглядит препарат. Значит, это наш отечественный препарат, делают его в городе Харькове. Есть разные вариации флакончиков. Я взяла флакон 100 мл. Это флакон для инъекций. Всем желаю крепкого здоровья. Спасибо за внимание.